Новостной портал «Панорама.Про», входящий в медиахолдинг «Тверской проспект», уже успел завоевать популярность у жителей Верхневолжья и не только. Уникальный контент с интересной подачей. Теперь он доступен и пользователям мессенджера «Телеграм». Новости в формате телеграм-канала – это очень современный подход, потому что многие предпочитают почитать утром с кофе или по дороге на работу в общественном транспорте. И не всегда удобно зайти на сайт, поэтому продублировать в телеграм нам кажется очень даже целесообразно. Кроме того, это удобная площадка для проведения различных розыгрышей.